Хорошо, затем мы переходим к другой теме. Мы с вами рассмотрим разновидности грехов. И вначале я хотел бы разделить все грехи на две большие категории. И очень легко прийти к неверному заключению и решить, что грехи из-за невежества и высокомерия ничем не отличаются от грехов из-за неведения и незнания. На самом деле это разные категории грехов, и их не следует путать. Это не одно и то же. Здесь речь идет о разных вещах. Итак, давайте с вами рассмотрим грехи из-за невежества и высокомерия. И когда мы с вами говорим о грехах из-за высокомерия, то мы подразумеваем намеренное противление Богу. И даже здесь можно говорить о преднамеренном противлении. Другими словами, такой поступок, греховный поступок, продумывался заранее. Было принято решение, что человек поступит таким образом, и когда появляется возможность, то человек поступает таким образом. С другой стороны, грехи из-за невежества совершаются по причине неверных допущений, недостаточного осмысления. Вы не думаете об этом, оказываетесь в какой-то ситуации и по причине слабости делаете что-то, и по большому счету не думаете о том, что делаете. И когда мы говорим о таких грехах, грехах, совершенных из-за невежества, мы не говорим о том, что человек совсем не использует свою волю. Человек использует свою волю, когда совершает грех из-за невежества. Суть в том, что человек не желает намеренно нарушить Божью заповедь, которую нарушает своим поступком. И в действительности может быть так, что человек даже не осознает того, что он делает, и какую заповедь он нарушает. И даже несмотря на то, что поступок человека является собой нарушение Божьего закона, человек этого может не сознавать, и намерений нарушить Божий закон у него не было. Иногда нечто подобное происходит в другой сфере жизни, а именно когда мы водим машину и нарушаем правила дорожного движения. Вы можете просто не заметить знак остановки или просто не знать, что он там находится. Вы проезжали этот перекресток не раз, и там не было этого знака. И потом, неожиданно, дорожную службу установили этот знак на этом перекрестке, и вы его не замечаете, и едете так, как и ездили. Вы стараетесь не нарушать правила, но вы просто не знаете, что там стоит такой знак, вы его не видите. И вот вас останавливает полицейский. Конечно, он не отпустит вас по той причине, что вы не знали, что там стоит такой знак. И точно так же вы едете с какой-то скоростью и не замечаете, что на этом отрезке дороги есть ограничение скорости 50 миль в час. А вы едете быстрее, вы нарушили правила, но вы нарушили из-за невежества. И несмотря на это, заплатите штраф. Что ж, это основное различие между грехами высокомерия и грехами невежества. И те из вас, кто изучали древнееврейский язык, вы знаете о том, что в Ветхом Завете часто, когда говорится о грехе высокомерия, говорится как о грехе поднятой руки, то есть когда руки поднимаются в знак неповиновения, в знак мятежа, бунта против Бога. И такой грех, он преднамеренный, умышленный, осознанный, в отличие от греха из-за невежества. И мы знаем о том, что в Ветхозаветном законе предусмотрено различное наказание за умышленный, преднамеренный поступок и поступок
случайный, непреднамеренный. Вот вспомните о том, что предусматривалась смертная казнь тем, кто убили кого-то преднамеренно. Но если убийство произошло случайно, то виновный мог укрыться в городе-убежище. Но если убийство было совершено намеренно, умышленно, то никакой надежды, человек не мог укрыться в городе-убежище. Так что мы видим, что даже в Ветхом Завете есть различие между этими двумя категориями грехов, и наказание предусматривалось разное за эти грехи. Также, размышляя о грехе из-за невежества, можно добавить вот что. Если вы посмотрите на определение греха, которое было дано мной в начале нашего размышления о грехе, то вы можете сказать, что грехи из-за невежества, из-за незнания не вписываются в это определение, и я с вами в чем-то соглашусь. Но в этом определении мы пытались раскрыть основное значение греховного поступка, поступка, который совершается намеренно. Другими словами, мы рассматривали то, что только что назвали грехом из-за высокомерия. И, конечно, мы должны с вами понимать, что наибольшего наказания заслуживает грех, совершенный из-за высокомерия, грех, совершенный намеренно. Но, тем не менее, любое преступление закона, даже совершенное из-за незнания, из-за невежества, квалифицируется как непопадание в цель, как несоответствие Божьим стандартам праведности. И такие поступки мы также можем называть грехом. И все равно за этим последует какое-то наказание, хотя это наказание не будет сравнимо с наказанием за грех, который человек совершает преднамеренно, умышленно. Далее мы переходим с вами к другой категории грехов. Это грехи, когда мы не делаем то, что должны делать, и делаем то, что не должны. И вначале давайте рассмотрим грехи, когда мы не делаем того, что должны делать. И далее мы поговорим о грехах, когда мы делаем то, что не должны делать. И эти грехи, когда мы не делаем что-то, что должны делать, не следует приравнивать к грехам из-за невежества. Да, можно что-то не сделать, то, что ты должен делать, потому что ты не знаешь, что это необходимо делать. Или ты можешь что-то не сделать, потому что не хочешь это делать. Другими словами, мы что-то не делаем, либо потому что отказываемся это делать, либо потому что просто не знаем, что должны это делать. Если мы не знаем, что должны делать, то вот тогда это грех из-за невежества. Но если мы знаем, что это должны делать, и отказываемся это делать, то это уже грех из-за высокомерия. И точно так же можно говорить о грехах, когда мы делаем то, что не должны делать. Мы можем это делать из-за невежества, нарушая какое-то правило, или намеренно совершить какой-то греховный поступок. Хорошо, как же мы можем согласовать вместе все то, о чем мы с вами говорили? Я бы предложил сделать это следующим образом, чтобы лучше нам понять концепцию греха. Очевидно, что можно провести черту и разделить грехи на две большие категории. Грехи, совершенные намеренно, умышленно, и грехи, которые совершены ненамеренно, неумышленно. И мы нарисуем диаграмму подобным образом. Это у нас грех. И первая категория — это намеренные грехи.
совершенные предумышленно. Грехи, на которые человек пошел осознанно, зная, что он нарушает Божий закон. С другой стороны, есть и грехи, которые совершены неумышленно. Непреднамеренно. И зачастую эти грехи совершаются человеком неосознанно. Итак, это две основные категории грехов. И далее можем говорить о том, что человек преднамеренно может не делать того, что должен делать, грехи неделания. И также человек может преднамеренно делать то, что не должен делать. Это грехи преднамеренного делания. И точно так же есть грехи непреднамеренного неделания, когда человек не делает того, что должен, непреднамеренно. И есть грехи непреднамеренного делания, когда человек что-то делает непреднамеренно, то, что он не должен делать. И здесь мы с вами говорим о том, что порой человек делает что-то, нарушая при этом Божий закон, то, что он не должен делать, причем делает это преднамеренно, умышленно. Или он иногда может что-то не делать, то, что должен делать, намеренно, предумышленно. Но порой человек может делать то, что он не должен делать, но при этом он это делает неосознанно, непреднамеренно, не понимая при этом, что он нарушает Божий закон. Но тем не менее это делает. Точно так же он может не делать что-то, что должен делать, потому что он даже не знает, что должен это делать. И как мне представляется, вот эта диаграмма охватывает практически все возможные грехи. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.